Привет, прогрессивный народ, действительный следователь. Хочу сейчас поговорить немножко, как будут себя вести в случае кризиса бандиты, чинуши, ну и бессильные структуры, там вся эта банда. Я думаю, они себя будут вести так же, как так же, как во время кризиса, вот когда скакнул последний раз с 14 на 15 год зимой, доллары, евро, ничего они не делали, сидели, высрали огромную ставку эту, которая дальше уебошила всю экономику. Так они будут действовать всегда, у них одна и та же схема. Если человек действует по одной и той же схеме, так и эти банда этих гнид действует по такой же схеме. Вот. Поэтому если народ там будет кризис, все встанет, электричества, воды не будет, они будут пердеть, все нормально. Вот так будет народ. Они всегда так делают. Никакой тайны. Кстати, вот я показывал. Машина проехала на красный свет.